чувствую себя замысленным. Чаю, 100 лет не пил. Чай хочу. Хочешь чай? И вы? Зубленно? Старый? Не знаю. Малиновый есть? Малинового, к сожалению, нет. Мы в Лингве пьем петрушевый чай. Здравствуйте. Этот петрушевый чай разлил твоя холодная? Залей. Ну, залей. У нас в горах Пинкуэль не растет малина. Все, что у нас может вырасти, это петрушка. Петрушка, если честно, меня самого задолбала. Но все, что я могу тебе предложить, это поганый петрушевый чай. Тебе 2 сахара. Скорпион. Да речь заходит о достоинстве. Вы, Пинкуэль, на весь мир орете, что у вас все самое лучшее. А на деле вы тут сидите, захлебнувшись петрушевым чаем. Скорпион, клянусь, я не прячу малину от тебя. Попробуй петрушку, вдруг понравится. После того, как ты вынул привет моему брату, Рейнер занял у тебя деньги. Естественно, он тебе их не вернет, как и другому населению планеты. Но совсем недавно Рейнер получил пенсию. Но вот только пробухать он ее не успеет. Шинок отобрал у Рейна половину пенсии, а Кванчи сейчас выбирают они в Лина Джоли. Убери этот петрушевый чай, он воняет сам зеро. Да, ты прав, зато действительно неприятно. Но полезные вещи всегда воняют друг к другу. Я делюсь тем, чем богатый Скорпион. Ты что утворяешь? Он тебе не угодил петрушевый чай. Вы тут все с ума сошли на этот петрушевый чай? Скорпион, чай с ним. Его? Какой чай, тупина? Я утоплю тебя в этом чайнике. Тебя копить дорожку. Снова чай. Ладно, твоя жена. Если не могу. Я специально его припрятал. Купил в городе. Тут холодно, а малина помогает от простуды. Чай заварил тебе малиновый чай. Хорошо, что я не стал пить этот вонючий чай. Согласен с тобой. Ну что, Сабзира, поможешь мне выпить долг с Рейдена, который мне задолжал? Конечно, мой друг. Ну тогда не будем медлить, погнали!